Всем привет! Меня зовут Саша, и вы на канале «Посылки из Китая». Наконец-таки будет долгожданная распаковка товаров после моего отпуска, после отдыха. Поэтому обязательно пользуемся кэшбэк-сервисом EPN при покупке на Алиэкспрессе и других магазинах в интернете. А мы начинаем. Открываем первую посылочку, и у нас здесь что-то непонятное. Это какая-то терка. Терка. Мы ее расковыряем. Так, насколько я понимаю, это штуковина для того, чтобы пилить кожу на ногах, пятки. В общем, педикюр. Мастер педикюра. Вот такая штуковина. Не знаю, как она покажется в действии. Потом это все проверим, узнаем. Я вам расскажу. Открываем следующую посылочку. Целая куча упаковочного поролона. И здесь лежит, вау, купон такой. Поставьте мне 5 звезд, я буду очень благодарен. И, как всегда, бла-бла-бла. Здесь внутри лежит строительный уровень. Достаточно компактный, приблизительно с ладошку размером. Для чего он нужен? Если вы вдруг устанавливаете плиты гипсокартона где-то, вкрутили два саморезика, поставили, и вы будете видеть, на какой уровень плита гипсокартона у вас становится. Ровно, неровно. Очень полезная штуковина. В хозяйстве обязательно пригодится. Если не вам, то вашим знакомым однозначно. И стоит сущие копейки, как любят говорить распаковщики на различных каналах. Так, а мы плавненько перешли к следующей посылочке. И здесь у нас чистилка для фруктов, для цитрусовых. И опять точно такой же купон. Вот такая вот фиговина. Вроде как-то вот так шкурку надо разрезать, и тогда у вас апельсин легко почистится. Не знаю. Никогда не пользовался, посмотрим потом. Так, здесь что-то тоненькое. Такое чувство, что какая-то как будто то ли наклейка, то ли просто тряпочка. Сейчас аккуратненько это дело распечатаем, чтобы не повредить наш товар. Так. А, все, я понял. Это очень полезная штуковина. Чехлы для пультов управления. Сами пульты дистанционного управления имеют свойство всегда забиваться грязью. Пачкаться, мараться, это всегда напрягает, когда берете в руки пульт, а он, особенно если пульт от телевизора, который находится на кухне, это просто дикий ужас. Вот такого размера пакетики. Одеваете туда пульт и теплым воздухом, феном его нагреваете, как показано вот здесь в инструкции. И он у вас обтягивается по контуру вашего пульта, и у вас получается идеальный пульт, идеального размера чехол на этот пульт. И забудьте про то, что он будет пачкаться. Очень классная штуковина. В комплекте идет, по-моему, 5 пакетиков, и стоит тоже что-то в районе полудоллара. Потом цену прикреплю, посмотрите. Ох! Разрезал. Опять купон. Да сколько можно, смотрите. Они что, сейчас начали во все посылки закидывать купоны? Так, здесь малюсенькая-малюсенькая посылочка, в которой находятся шнурки. Раз шнурок и, наверное, два шнурка. Да. Два шнурка. Приблизительно метр длина. Не знаю, светящиеся они, не светящиеся. Пока что я вижу, что они просто светло-зеленая, салатовая, как она. Потом посмотрю в темноте. Если будут светиться, обязательно вам их покажу и расскажу. Если нет, то значит обычные шнурки. Разрезаем следующую посылочку. И у нас здесь три вот таких смайлика. Поставьте на паузу и напишите, что это за смайлики. Догадаетесь вы или нет.
очень сильно похожи на какие-то то ли жвачки, то ли конфеты. Возможно, просто на ластик, чтобы стирать карандаш. Если у вас есть ответ на этот вопрос, напишите в комментариях, не поленитесь. Так, последних две посылочки на сегодня. Открываем. Здесь у нас носки. Да, насколько я понимаю, носки. Хотя почему-то я заказывал 6 пар. Налезут они на мою ногу или нет, я не знаю. Если нет, кто-нибудь другой будет носить, а не я. Да, ладно, потом померяем, посмотрим. И у нас последняя на сегодня посылочка. Мой любимый желтый цвет. Упакована бумажный конверт с пупырышками. И здесь нас встречает мини-Bluetooth headset. Мини-Bluetooth гарнитурка. Bluetooth версия 4.1 плюс EDR. Новый производитель Ланша, который только-только появился на китайском рынке. Вложили нам сюда небольшую мануалочку. На китайском все показано и рассказано, на английском точно так же. Так, сама коробочка. Очень плотный картончик, нигде ничего во время пути не замялось. Если вдруг захотите подарить такую штуковину кому-то на день рождения, на юбилейчик небольшой, или просто сделать презент мужу, жене, какому-то родственнику, хорошему знакомому, другу, я думаю, он будет счастлив, если получит такую штуковину. Это у нас обычный зарядный проводочек со специфической вилочкой и сама гарнитурка. Вот такая малюсенькая. По заявлению продавца, она весит 4 грамма. 4 грамма, представляете? И вставили в ухо и можете ходить. Сменных амбрашюрок никаких нету. Комплектик достаточно простой. Если проводок этот потеряется, что делать, я не знаю пока что. Потом в дальнейшем, я думаю, разберемся. Ну, что с ним будет. Никуда его не закидывайте, и все будет в порядке. Про эту гарнитурку я обязательно попозже сниму обзорчик. Расскажу, что по ней, как, сколько работает, какая слышимость и по функционалу. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, общайтесь со мной посредством комментариев, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы. А я с вами прощаюсь. Пока! Не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом EPN для экономии денег.